Итак, у нас еще остался сухой лед. Решили вам показать, как делать мыльные пузыри. Так называемая на детских праздниках мыльная каша. Делать ее очень просто. Желательно, чтобы емкости, где это вы будете делать, были пластиковые, либо же очень толстое стекло. Так как мы уже говорили, уже температура минус 79, просто некоторое стекло может не выдержать эту температуру и лопнуть. Итак, мы берем тепленькую воду, ну, настолько, я не знаю, ну, меньше половинки, для половинка будет достаточно. Но сюда мы просто для красоты сухой лед побросаем. Итак, в чашу, в которой будем делать пузырьки, добавляем любой мыльный раствор. Это может быть, как в нашем случае, моющее средство, это может быть шампунь, жидкое мыло. Ну, моющего, как мне кажется, пены будет побольше. Итак, сделали мы такую абракадабру. И теперь добавим сухого льда. Пускай внутри. Мыльную пашку возьмем побольше. Где-то так. Итак, да, наверное, нам понадобится тряпочка. Или будем хлопать. Значит, что у нас происходит? Испаряется сухой лед CO2. Размыливает, скажем так, смешивает мыльный раствор с водичкой. И, собственно, имеем такую мыльную кашицу. Если вы будете данные эксперименты показывать детям, лучше, конечно, чтобы это был какой-то детский шампунь, чтобы меньше было химии. Вот. Детки это лопают, играются, они на свету очень классно переливаются, и от них ничего не остается. Ну вот, собственно, на вот такую вот мыльную кашу, которая у нас еще будет пурлить чуть-чуть. Ну вот, лопатку здесь сколько у нас? Где-то 2 столовых ложки сухого льда. Вот имеем такую красоту. А тут у нас буквально граммулечки льда создают дымовые эффекты. Опять же, у нас водичка тоже стала холодной. Где-то там внизу вот уже совсем маленький сухой лед. Чтобы вы понимали по размерам, сейчас попробую как-то показать на примере. Сухой лед из оборудования у нас чуть-чуть подиспарялся. Выходит 8, либо же 16 миллиметров. Вот такие толстенькие гранулы, как ломаный карандаш мы называем. При испарении, так называемой сублимации, сухой лед у нас становится вот совсем как рис. Он становится все тоньше, тоньше, тоньше и до полного испарения. Вот такие. Здесь у нас еще существуют больше гранулы, но по толщине как две идет, как две соединить. Вот такие еще фокусы. Есть у нас аниматоры, ребята, экспериментаторы по всей Украине, которые еще надувают огромный-огромный такой мыльный пузырь. Но, к сожалению, мы больше профессионалы в производстве сухого льда, нежели в экспериментах с ним. Поэтому звоните, заказывайте. В принципе, с радостью всех проконсультируем. Все трюки, фокусы, которые знаем, расскажем и научим вас делать.